Более 61 тысячи школьников со всего региона смогут отдохнуть и поправить свое здоровье этим летом. Об этом в международном пресс-центре МКР «Медиа» рассказали специалисты профильных ведомств. По словам заместителя министра по делам молодежи Омской области Андрея Хромова, к открытию сезона готовится 615 организаций детского отдыха и оздоровления. В это число входят загородные стационарные и палаточные лагеря, пришкольные лагеря и туристические походы. 25 мая у нас уже открываются первые лагеря, первые в Любино у нас открывается 25 мая, там 26 у нас Березка открывается, и дальше по этапу временному уже начинается открытие всех остальных лагерей. На сегодняшний день у нас уже порядка 22 паспортов получено на открытие лагерей, и там в порядке очереди все остальные, по сути дела. Как только получаем мы санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие лагеря, мы сразу открываем лагерь и начинаем работать. В целях профилактики коронавирусной инфекции работа лагерей в этом году будет построена в связи с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям отдыха, оздоровления и общественного питания детей. Если лагерь раньше работал стационарный на 100%, то сейчас он может открыться на 75% наполняемости детей. Пришкольные лагеря это не касается. По пришкольным лагерям будет также 100% наполняемость. То, что касается профилактики коронавирусной инфекции, у нас остается все, что было в общеобразовательных школах. Это использование антисептиков для рук, это обязательно и социальное дистанцирование в обеденных залах, когда идет питание по отрядам. Это установка бактерицидных облучателей в помещениях для детей и на пищеблоках. И использование средств индивидуальной защиты для сотрудников пищеблока. То, что касается стационарных лагерей, заезд будет осуществляться единовременно и сотрудников, и детей. Во время заезда будет обеспечен утренний фильтр, то есть фильтр бесконтактной термометрии. Сотрудники в лагерях, в стационарных, будут либо проживать, и они не смогут выходить за территорию лагеря, либо будут определены сотрудники в стационарных лагерях, которые будут приходить ежедневно на работу в лагерь, но они будут подвергаться, соответственно, обследованию на новую коронавирусную инфекцию еженедельно. На пресс-конференции также рассказали о медицинском сопровождении во время детского отдыха. Специалист Министерства здравоохранения отметила, что были разработаны два листа маршрутизации для детей и сотрудников в случае выявления заболевших вирусными инфекциями. При выявлении заболевания без температуры будет госпитализация детей в детскую больницу. При выявлении заболевания, каких-то респираторных проявлений у взрослого будет немедленная изоляция также и помещение его дома. 7500 рабочих мест будет создано в этом году для школьников, желающих поработать. Трудовая занятость несовершеннолетних будет также организована в связи с новыми требованиями. Все работодатели будут обязаны соблюдать санитарные нормы. Все профилактические мероприятия точно также будут проведены. Каждый несовершеннолетний работник для того, чтобы приступить к работе, должен будет иметь медицинскую справку. Это форма 086У. Медицинские организации эту справку выдают. И, соответственно, только после этого дети смогут приступить к работе.